Всем привет! Вы на канале Zeus News. Анна Миклаш – поистине талантливая российская актриса, которая снимается в многочисленных российских драмах и мелодрамах. Анна родилась в 1978 году в Ленинграде. Родители девочки не имели отношения к миру театра и кино, однако мама Анны мечтала, чтобы ее дочь стала актрисой. В детские годы будущая звезда увлеклась танцами. Уже в старших классах девушка стремилась к самостоятельности. Поэтому после окончания школы она поступила в Университет культуры и искусства и стала жить отдельно от родителей. После окончания Института искусств она решила попробовать себя в кино. Начинающая актриса была полна желания сниматься в фильмах и бралась даже за самые незначительные роли. Благодаря именно незначительным ролям в мимолетных фильмах в жизни девушки, талант актрисы смогли рассмотреть и другие режиссеры, и Анну пригласили на главную роль в сериале «Тамбовская волчица». Этот фильм и принес актрисе ту самую популярность, которой грезят многие актеры. В кинематографической копилке к 41 году у Анны уже более 40 картин с ее участием. Личная жизнь у актрисы достаточно долгое время не складывалась, и поклонники даже начали переживать, что такая женственная, красивая и яркая актриса не может найти свое счастье. Первые серьезные отношения в личной жизни Миклаш возникли, когда она осваивала в ВУЗе азы творческой профессии. Ее возлюбленный также учился в институте. Пара встречалась 3 года, затем они хотели пожениться, но свадьба так и не состоялась, и влюбленные расстались. Когда Миклаш снималась в сериале «СМЕРШ. Легенда для предателя», она начала встречаться с Анатолием Гущиным. Позже актеры вместе появлялись на светских мероприятиях вместе. Журналисты написали, что между Гущиным и Миклаш роман, но замуж за Анатолия актриса так и не вышла. Актриса всегда верила, что встретит еще настоящую любовь, выйдет замуж и родит детей, и это случилось. Сегодня 41-летняя Анна Миклаш не только востребованная актриса, известная многим по главной роли в сериале «Тамбовская волчица», но и счастливая мама очаровательного сына. Актриса практически не дает интервью, и о семье Анны известно крайне мало. Ее избранника зовут Константин. В 2015 году она родила от него сына, которого пара назвала Александром. Константин тоже принадлежит к миру кино, хоть и не является актером. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Всем пока!